Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Ольгу Шустову, начальника отдела маркетинга компании «Кировспецмонтаж». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Отопительный сезон в Кирове стартовал. Многие с тревогой ждут зимних месяцев, когда только за отопление приходится платить по несколько тысяч рублей. И многие горожане полагают, что отопление дорого обходится всем жителям областного центра. Однако, подчеркиваю, это не так. И пример тому – жилые комплексы, которые возводит «Кировспецмонтаж». Сегодня продолжаем говорить о жилом комплексе «Риверпарк». И простой и понятный вопрос, как будет устроена система отопления в жилом комплексе? В «Риверпарке» будет своя газовая котельная. Она будет обеспечивать жителей своим теплом и своей горячей водой. Здесь важно понимать, что чем ближе расположена котельная к дому, тем короче путь теплоносителя, соответственно, меньше теплопотери. И, соответственно, это отражается на кошельке жителей. В последнее время многие владельцы квартир привыкли устанавливать индивидуальные регуляторы подачи тепла. Будут ли они предусмотрены в «Риверпарке»? Да, в «Риверпарке» они будут предусмотрены. На каждом радиаторе будет установлен регулятор, с помощью которого можно установить комфортную температуру в каждом помещении. Кто-то любит потеплее, кому-то нужно прохладнее. Здесь, пожалуйста, на ваше усмотрение любой комфортный режим. Давайте приведем конкретные примеры платежей за отопление в микрорайоне Озерки. Да, Озерки здесь удачный пример, потому что там точно такая же ситуация. Своя газовая котельная, и она точно так же расположена на территории микрорайона. У меня есть конкретный пример платежки за сентябрь. Для большой, даже огромной квартиры в 74 квадратных метра, трехкомнатная квартира, где проживают и прописаны 3 человека, в сентябре платеж за отопление получился 768 рублей 31 копейку. Для сравнения, для однокомнатной квартиры в Озерках платеж будет порядка 300 рублей. То есть это сопоставимо с тем, как купить один большой стакан кофе где-нибудь на автозаправке или в кафе. Кстати, немаловажный вопрос. Большая часть территории областного центра у нас привязана к официальному дню начала отопительного сезона, хотя у людей зачастую возникает потребность чуть-чуть пораньше, да, начать подавать тепло в квартиры, чтобы не мерзнуть, или, например, весной пораньше завершить отопительный сезон. Есть такая возможность при наличии своей собственной котельной? Да, конечно, своя котельная – это более гибкий и современный вариант отопления, и есть техническая возможность адаптировать подачу тепла уже под погодные условия. И, соответственно, не переплачивать весной за горячие батареи и осенью с комфортом встретить первые холода. Спасибо, Ольга. Еще раз давайте напомним контакты компании «Кировспецмонтаж», где можно получить всю исчерпывающую информацию. Будем рады видеть вас в главном офисе на Воровского, 161, телефон отдела продаж 511-111 и заходите на наш сайт ksm-kirov.ru. Спасибо, Ольга Шустова, начальник отдела маркетинга компании «Кировспецмонтаж». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте «Наш дом РФ», застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Полезный город.